Девиз встречи – «Мама в нашей жизни – зеленый огонек». Но на этот раз мамы не переводили своих чат к пешеходному переходу, а участвовали в командном конкурсе на знание правил дорожного движения. Учеба в форме игры помогает лучше усвоить материал. По признанию педагогов, как результат, дети на дороге более внимательны, чем их родители. Наша работа заметна и оценивается. Есть родители, которые говорят это открыто, а есть дети, которые просто рассказывают, что папа хотел прибежать-то не на положенный сигнал светофора. То есть, а я ему подсказал, это радует, значит, ребенок это запомнил и применяет это на практике. Основная задача конкурса – напомнить маленьким пешеходам правила поведения на дороге. Для этого ребята и их мамы отвечали на вопросы о знаках дорожного движения, отгадывали загадки и составляли аппликацию с ярким светофором. Почему пешеходу надо знать правила дорожного движения? Потому что безопасность превыше всего. Пешеходный переход надо знать. И что надо знать в нем? На какой свет надо идти? На зеленый. А на красный? Нет. А что надо на красный? Стой. Как отметила инспектор ГИБДД Ирина Чекмарева, дети хорошо запомнили пройденный материал. Их заинтересованность, а главное, верные ответы на вопросы дают понимание, что работу она и ее коллеги проводят не зря. Дети вообще благодатная, наверное, самая среда. Потому что когда вот видишь ребенка довольного, с счастливыми глазами, а когда он с интересом выполняет задачи, которые ему ставят и педагоги, и вот, допустим, сотрудники помогают, и родители, вот где почва растет, действительно благодатная. Стоит отметить, что помогают взращивать семена на этой благодатной почве и сами сотрудники детского сада. Подобные мероприятия здесь проводятся регулярно. Привлекаем родителей к участию в нашей жизни. Наши дети ходят на акции, в город выходят. Выходили на дороги, на пешеходные с плакатами. Водитель, будь осторожен. Водители были очень довольны, они останавливаются. Создаются, конечно, пробки, но они нам делают вот так. И дети наши им дарят еще плюс памятки, как они должны себя вести на дорогах. Ну а в этот раз Ирина Чекмарева вручила детям памятки пешехода и яркие светоотражающие фликеры. Екатерина Чернышова, Константин Брылов, «Видное ТВ».